сегодня, в первый день лета, Международный день защиты детей главного управления МЧС России по Смоленской области, проводится уже ставшая традиционная акция «МЧС за безопасное детство». В ходе данной акции мы доступны службы, стараемся показать детям ту технику и вооружение, которое имеется у нас в Смоленской области. Пожалуйста, сами приступим. Дети очень любят данные мероприятия. В ходе данной акции дети и взрослые могут зайти в пожарную технику, посмотреть, все попробовать своими руками. Самая основная цель – это цель направлена на популяризацию профессии.